Из Москвы в Санкт-Петербург бежал лосенок. Бежал по трассе Нева в Ленинградской области. Животное пыталось перепрыгнуть через ограждение, но они оказались слишком высоки. А это Петербург, Кольцевая. Здесь животное оказалось под колесами. Нужно помнить, что встреча с лосем на дороге очень опасна. Закончится трагически, она может и для автомобилиста. А вот корове повезло. Буренку заметил полицейский патруль. Люди в погонах сопровождали ее во время несанкционированного пробега по трассе. Сопровождали до съезда, оберегая от попыток выбежать на середину дороги. А это Таллинское шоссе. По прилегающей к нему дороге бежал перепуганный пони.